Небольшие дефекты видны, еще каверны остались, но я их исправлять не буду. Пусть так и будет. Рабочая поверхность есть. Теперь мы его чуть попробуем прогреть и потом закалить поверхность. Что это? Масло. Машинное? Да, машинное масло. Так. Сейчас мы его чуть подкалим. Все это пука. Вентилятор надо включать. Нормально. Ну, сейчас чуть подзакалили поверхность. Недостаточно, конечно, но я думаю, хватит для работы. Видно, конечно, где сварка. Вот пятна белые. Вот где вот наварил, белые пятна, вот они. Тут даже вот трещинка есть, и вот еще одна трещинка. Последняя минута. Что? Последняя минута. Хорошо звенит. Продолжаем натирать. Пока все масло не испарится. Вот так прошел у меня день. Сейчас 5 часов вечера, начали мы где-то в 10. Было два перерыва по полчаса. Ну, вот как-то так.